Иосиф Виссарионович был женат дважды. Его первой женой была Екатерина Семеновна Сванидзе. У них был сын Яков. Яков имел отношение с тремя женщинами в своей жизни. Вот одной из них была Ольга Павловна Голышева, с которой он отношения не оформлял официально. То есть они не были в гражданском браке. Вот у них родился сын Евгений. Это мой отец. Полковник советской армии в отставке.